будем готовить кокосово-лаймовый манник. Для этого нам понадобится кефир, 2 яйца, лайм, кокосовая стружка, манка и разрыхлитель. Для начала смешиваем манку с кефиром и оставляем это все на полчаса. Отделяем белки от желтков. Белки мы сейчас будем взбивать. Желтки мы высыпаем к манке и добавляем кокосовую стружку. И сюда еще добавляем сахар и разрыхлитель. Белки нужно взбить до такого состояния. Ой, чтобы они не опадали. Ой, они поехали. И перемешиваем их. Белки перемешиваем с общей массой всего. Белки нужно взбить, чтобы они не падали, не выпадали из миски. Все перемешали. Вот такая консистенция получилась. Теперь все это будем вываливать в форму. Вот такой огромный манник у нас будет. Потому что у нас формочка огромная. Вот. Так, и ставим это в духовку на 180 градусов на 40-45 минут. Теперь вытаскиваем наш красивый манник. Та-дам! Пропекся. Вот он какой получился красивый. Сейчас его будем пропитывать лаймом. Теперь в воду с сахаром выжимаем лайм. И будем сейчас мазать манник. Все, теперь поливаем его этой водой с лаймом. И ждем, пока он пропитается. И все. И можно съедать. Тут мы уже попробовали. Очень вкусный манник. Та-дам! Все. Потом он настаивается, и его можно съедать.